В нашей стране нет, наверное, ни одного человека, который не был бы знаком с творчеством Эдуарда Успенского. Именно он придумал веселого крокодила Гену и маленького Чебурашку, хозяйственного кота Матроскина и хитрого почтальона Печкина. О повести Эдуарда Успенского про Веру и Анфису нам расскажет инженер-конструктор ФИАЦ ВНИЕФ Мария Коршунова. Я бы хотела рассказать про детскую книгу Эдуарда Успенского про девочку Веру и обезьянку Анфису. С этой книгой я познакомилась еще в детстве. Мне читала ее мама. И это было одно из моих любимых произведений. Эта книга написана простым, понятным языком, с легким детским юмором. Также в ней очень много красочных, ярких иллюстраций, что немаловажно для детской книги. И поэтому, когда мы с сыном ее читаем, мы всегда на них останавливаемся и подробно их рассматриваем и изучаем. Сыну очень нравится читать эту книгу, и читали мы ее уже не раз. И, наверное, это еще не последний. Вот. Сам автор эту книгу адресует детям от 3 до 7 лет. Но я считаю, что эта книга подходит детям и постарше. Потому что помимо забавных историй в этой книге, здесь также много поучительных моментов и правил поведения, которые очень важно знать детям и повторять их. Также эта книга может быть одной из первых для самостоятельного чтения, ведь не зря она занимает свою нишу у юных читателей. Книга начинается с того, что мы узнаем про девочку Веру, про ее семью, узнаем, как обезьянка появилась в их семье, почему ей дали именно такую кличку – Анфиса. Также далее мы узнаем, как Вера и Анфиса побывали в детском саду, в поликлинике, в зоопарке, как, например, они пошли в булочную и в итоге заблудились. Везде и всюду их ждут интересные, забавные приключения, потому что Анфиса всегда шалит, а Вера старается подавать ей хороший пример. Но в начале книги, когда мы знакомимся с Верой, мы видим, что она достаточно капризный и непослушный ребенок. Но в процессе их дружбы и совместных приключений Вера становится более взрослой и осознанной. И как бы на правах старшей сестры она старается подавать ей пример и в чем-то ей помогает и учит ее. Поэтому Эдуард Успенский легко и с юмором описал все эти жизненные ситуации. Когда мы с сыном читали эту книгу, я улыбалась и смеялась вместе с ним, потому что насколько забавно описаны эти истории, и также интересно наблюдать, как взрослые реагируют на их шалости. А ведь нам, взрослым, часто занятых своими делами и заботами, очень важно окунуться вот в этот легкий детский юмор и беззаботность детства. Вообще, я считаю, что эта книга о доброте, о взаимопомощи, об уважении, о семейных ценностях. Ведь дети всегда остаются детьми, а обезьянки – обезьянками. Но порой наши дети до комичности похожи на этих самых обезьянок. Анфиса вся такая нарядная и гордая. На ней шапочка с помпоном, маечка на полпузика и на ногах резиновые сапожки. Бабушка говорит: «Пошли, Анфиса, тебя кормить». Папа спрашивает: «А чем? Ведь у нас в городе благосостояние растет, а бананы не растут». «Какие там бананы?» – говорит бабушка. «Сейчас мы картофельный эксперимент проведем». Она положила на стол колбасу, хлеб, вареную картошку, селедку, селедочные очистки в бумажке и вареное яйцо в скорлупе. Посадила Анфису в высокий стул на колесиках и говорит: «На старт, внимание, марш!» Обезьянка как начнет есть: сначала колбасу, потом хлеб, потом вареную картошку, потом сырую, потом селедочные очистки в бумажке, потом вареное яйцо в скорлупе, прямо со скорлупой. Не успела оглянуться, как Анфиса с яйцом во рту заснула на стуле. Папа ее из стула достал и на диван перед телевизором посадил. Тут и мама пришла. Мама пришла и сразу сказала: «А я знаю, к нам подполковник Готовкин заходил, это он принес». Подполковник Готовкин был не военный подполковник, а милицейский. Он очень любил детей и всегда им дарил большие игрушки. «Какая прелестная обезьянка! Наконец-то научились делать!» Она взяла обезьянку в руки. «Ой, какая тяжелая! А что она умеет?» «Все», – сказал папа. Глаза открывает. «Мама», – говорит. Обезьянка проснулась, как маму обнимет, мама как закричит: «Ой, она живая! Откуда она?» Все вокруг мамы собрались, и папа объяснил, откуда обезьянка и как ее зовут. Эдуард Успенский про девочку Веру и обезьянку Анфису. Рекомендую.